Жители станицы Северской почтили память павших в боях с фашистами солдат, чьи имена так и остались неизвестными. В начале декабря вся страна отмечает День неизвестного солдата. Торжественное траурное мероприятие прошло и в парке имени Пушкина у мемориала «Вечный огонь». Низкий поклон всем тем, кто в годы Великой Отечественной войны сражался, ушел на фронт, не задумываясь, добровольцами, даже те, которым не было 18 лет. Ушли, не задумываясь, ушли защищать свою родину, свою мать. Вечная память не вернувшимся с полей сражений и вечная слава. Тысячи солдат отдали свои жизни, чтобы их потомки могли жить в свободной и независимой стране. Имена их неизвестны, но подвиг не забыт. Он бессмертен в памяти миллионов людей. Минутой молчания почтили погибших героев и возложили к подножию мемориала красные гвоздики – символ огромной жертвы, принесенной ради жизни и счастья других.